Друзья, привет! Меня зовут Евгений. Это проект «Мой публичный портфель. География инвестиций» на канале «Вселенная Beautiful World». Пролетела еще одна торговая неделя. Давайте заглянем в мой портфель и посмотрим, что в нем изменилось и какие новые решения я приму. Итак, мой портфель за эту неделю прибавил и прибавил достаточно ощутимо. Теперь у меня на брокерском счете 432 421 рубль, но это все произошло из-за того, что российский рубль стал ослабевать, а доллар показал хорошую динамику. Но на мой взгляд, это, скорее всего, временная такая позиция, потому что по Америке выходят не очень хорошие новости, большая инфляция, с безработицей у них не все так хорошо, как бы хотелось. Так что пока смотрим, 72 рубля, ну почти 73 рубля за доллар, это та цена, по которой я, в принципе, всегда и производил свои расчеты по своим долларовым активам. В моем портфеле долларовые активы занимают 64 практически процента, а рублевые активы на 32%. Евро, ну евро я просто держу как валюту, и у меня ее всего 3%. Итак, поехали дальше. Bristol Myers находится в боковике, не показывает никакой динамики, ни худшую, ни лучшую. Просто пока мы идем в боковике, ждем от него роста и ждем роста до отметки 70 долларов за акцию. Посмотрим. Если этого не произойдет, то ждем закрытие реестра акционеров, и пока продавать мы ее не планируем. За счет роста золота показал хорошую динамику полиметалл. Растем уже 1454 рубля за акцию. Моя цель, конечно, это 2000 за акцию, но думаю, если дойдем хотя бы до 1800, то я закрою где-то несколько процентов от своего портфеля от акций полиметалл, я все-таки закрою и зафиксирую прибыль и переложусь. Если цена будет хорошая, то я освободившийся кэш переложу в НЛМК под дивиденды закрытия реестров, которое произойдет 3 декабря. Хорошие дивиденды, больше 5% доходности, так что пока держим. И да, я пополнил на этой неделе свой брокерский счет на 9000, и на весь свободный кэш, рублевый кэш, я купил акции БНЛМК. Теперь у меня в портфеле 210 штук акций и на сумму 46,5 тысяч рублей у меня сейчас активов. Стоп-заявка стоит на 300, но я думаю, до декабря мы такую цену не увидим, но хотя я жду, что покажет. Мы все-таки поднимемся к 300 рублям за акцию НЛМК. Отрицательную динамику показали на этой неделе акции Русагро, но мы пока не фиксируем их, держим. Если пойдет вниз, не знаю, но докупать я не хочу, я хочу от них, по сути, избавиться, но цена моей продажи это 1260, 1300. Я хотел бы, чтобы на этой цене закрыть сделку по компании Русагро. Но посмотрим, если что, держим опять до следующих дивидендов, которые будут в апреле, но сколько компания заплатит, пока неизвестно. Verizon все так же у меня в минусе. Минусуем на немного. На 3,5%. Убыток пока 76,5 долларов. 41 у меня штучка. На 2146 долларов у меня в портфеле. Стоп-цена стоит на 60 долларов за акцию. Держим и ждем закрытия реестра акционеров по этой компании. Xerox достаточно хорошо показал положительную динамику на этой неделе. Приблизился к отметке 20 долларов за акцию. У меня стоп-цена стоит, конечно, высоко. 25 почти с половиной доллара за акцию. Я думаю, мы этой цены не дождемся. На отметке 21 доллар, я думаю,
закрою эту позицию, если это произойдет на этой неделе, то я закрываю эту позицию, освобождаю немножко кэша. А кэш мне нужен для того, потому что я хочу поучаствовать в размещении акций СПБ биржи. На Тинькове это можно будет сделать до 19 ноября 2021 года. Минимальный размер участия $400. Я думаю, долларов на 500 подать заявку и поучаствовать в размещении СПБ биржи. Конечно, комиссия за сделку здесь огроменная, 2% аж, но не знаю. Можно поучаствовать, но 2% за сделку, это, конечно, ого-го, это очень много. Поэтому смотрим, если все-таки Xerox достигнет той отметки, которой я хотел бы, то я тогда поучаствую в IPO. По облигациям у меня пока все так же, АФК-система, М-видео и HeadHunter. Пока минусуют и ждем выплату ближайшую по HeadHunter 13 декабря. Там всего 16 рублей на одну облигашку, это 6% доходности. Не очень интересно, но в то же время хоть что-то. Евро, как и доллар, тоже показывают очень хорошую положительную динамику, но опять же это все из-за ослабления рубля, из-за того, что нефть дешевеет, а наш рубль это по сути нефтяная валюта. Про те активы, на которые я жду цену, это также Татнефть, 500 рублей за акцию, в данный момент она торгуется на 535, я думаю, все-таки на 500 и ниже, там 480 мы сходим. Хаттингтон все так же торгуется в районе 16, это достаточно дорого, отличная цена для покупки, это начиная с $14.5 за акцию. Western Union также $18 за акцию, моя цена покупки 17, не доходим никак. И X5 Retail Group 2400 торгуется, но я планирую ее купить по 2200. Так что ждем эту цену, но скорее всего в ближайшие дни мы этого не увидим. Итак, чего же ожидать нам в конце ноября, в начале декабря от фондового рынка? Я думаю, продолжится боковик, потому что позитивных новостей достаточно мало. Любая нехорошая новость, я думаю, подтолкнет рынок все-таки вниз на небольшую коррекцию. Поэтому, если есть свободные деньги, то можно вводить и ждать именно этого момента для коррекции. Потому что я все-таки думаю, со второй половины декабря мы увидим опять, как и положено, предновогоднее ралли, на котором можно будет хорошо заработать. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях. А я вам говорю, до новых встреч на проекте «География инвестиций». Всем пока!